Для кого смеется солнце? В кухне прямо к нам в оконце. Для кого сегодня папа чистил замшевую шляпу? Для кого я не ревел, когда плакать захотел? Кресло Мурка не драла, а тихонько в нем спала. Для кого собака Тошка не рычала на сережку? Объясняю всем. Для мамы, для нее любимой самой. Ну, нисколько не шалили, мамочку свою любили. Я веду себя как тень, ведь сегодня женский день. Завтра мы свое догоним, вазу с полки уроним, разбросаем мы носки, Тошка.